Всем привет, и это мое первое выживание. А точнее не выживание, а творческое. Это мой дом. Второй дом. Ютубский дом. Вот. У меня есть два попугая. Здесь пчелы. В этом доме одна пчела. Два маяка. И та-да-да-дан-та-дан-та-дан-та-дан. И еще очень много кошек. Только их было больше. Остальные куда-то еще раз. Короче, разбежались они. Короче, снежинка, рыжулька, дочь рыжульки и черныш. Еще где-то Ми уходит. Миу – это тоже такой котик, который у меня вот в этом доме живет. А вот все остальные мои любимые котики. Булочка, корица. А вот там, вот этот вот котик, это булочка с корицей. Но получился черный. Можно было назвать булка 2. И посмотрите на мой маньяческий скин. Прекрасный скин. Мне нравится. Такой красивенький и добренький. Очень добренький. Итак, здесь у меня диван акациеневый. Ой, какой акациеневый? Это у меня у входа ступеньки акациеневые какие-то. Так, вот две белых письки. И еще две белых письки. А вот это яйца. Это кухонька. Это полочки такие. Вот, кстати, и попугай прилетел. Итак, здесь у меня еще две полочки, они сверху. Тут у меня плита, морские огурчики. Дальше. И моя зеленая комната. Я люблю зеленый. И я ее не всю достроила. Так что сейчас дострою. Во-первых, я хочу поставить лаймовый шалкеровый ящик. Точнее, два таких. Вот таких два. Дальше я хочу. Я даже не знаю, что хочу. Вот, допустим, картинку. А хотя нет, какую картинку? Лаймовые флаги. Точнее, это уже в лаймовом стиле будет сделано. Ну, пофигу. Главное, что зеленый. Точнее, лаймовый. Я хочу немножко по-другому сделать. Ой, что-то не той кнопочкой. Я еще, кстати, играю в первый раз. Почти в первый раз. Уже играю несколько дней и до сих пор почти не выучила эти кнопки. Какие какая. И не выучила, где что лежит. Мне нужно красное стекло. И не вот такое плоское панельку.
Мне не нужна панель. Мне стекло нужно. О, нашелся. Так, и вот так. Берем зеленые флажки, ставим их по двое. И получается шторка. Ну и все.